ночном небе мерцали зорницы, освещали июльский пейзаж. На мгновение, словно мираж, я увидел образ девицы. Ее грустные карие очи на меня посмотрели печально. Этот взгляд был словно прощальный среди темной июльской ночи. Он потух, как и молния, быстро, но в сознании застрял навсегда. И во снах я ее иногда вижу в свете ярком, лучистом. Мне неведомо, кто же она, но мне дорог и мил этот взгляд. Мои мысли все время летят в небеса, где сверкает луна. Мне неведомо, кто же она, но мне дорог и мил этот взгляд. Мои мысли все время летят в небеса, где сверкает луна. Может быть, в параллельной реальности где-то там проживает она. Но в разрывах зорницы видна, как тоскует она в созеркальности. Мне не встретиться с нею, я знаю, мой континуум далек от нее. В небесах вновь кружит воронье, и взлететь в небеса к ней мешают. Может быть, это та половинка моей грешной земной души. Там в космической звездной глуши заблудилась моя кровинка. Она ждет где-то там в небесах, как-то путь я земной совершу. И в молитве Творца попрошу вознести меня к ней чудесам.